Приветствую вас на канале TechRevisor. В этом рейтинге я собрал 8 лучших кронштейнов для телевизоров на 2022 год. В мой топ попали только лучшие модели из разных диапазонов цен, от 800 и до 6000 рублей. При отборе моделей я обращал внимание на следующие характеристики. Выдерживаемый вес, размер крепления для телевизора, простота монтажа, возможность наклона и поворота, наличие декоративных элементов для сокрытия проводов. А чтобы объективно оценить удобство эксплуатации, надежность и прочность, а также выявить плюсы и минусы каждой модели, я изучил отзывы покупателей и обзоры экспертов. Подписывайтесь на канал, а чтобы первыми смотреть новые видео, не забудьте нажать колокольчик. А теперь перейдем к обзору моделей. И начну я с Хама H108-716. Эта простая модель предусматривает крепление к стене и два кронштейна, ширину между которыми можно регулировать, из-за чего она подойдет для телевизоров 23-56 дюймов. Эти два кронштейна имеют конструкцию, позволяющую менять угол наклона по вертикали для удобного расположения телевизора. Конструкция надежна, выдержит вес до 30 кг. Для правильного закрепления на стене предусмотрен встроенный уровень. Цена – 1200 рублей. Это простая, но добротная модель, которая подойдет для телевизоров разной диагонали. По заявлению пользователей, спокойно выдерживает заявленный вес. То есть может подойти и для более тяжелых телевизоров. Но угол наклона можно регулировать только по вертикали, а менять поворот телевизора невозможно. Хотя многим такая опция и не нужна. Все владельцы модели рекомендуют ее к покупке. На седьмом месте моего топа бюджетный кронштейн Arm Media Steel 3. Это модель схожего исполнения, но рассчитана на телевизоры от 22 до 65 дюймов и способна выдерживать вес до 50 кг. Надежная стальная конструкция с посадочными отверстиями от 50 до 430 мм по горизонтали и от 50 до 400 мм по вертикали. На ней интегрирован водяной уровень для простого и быстрого монтажа. При монтаже минимальное расстояние до стены составляет 25 мм. Регулировать угол наклона возможности нет. Крепление фиксированное. Цена – 800 рублей. Это самая дешевая модель в моем рейтинге универсального предназначения. Для телевизоров с весокреплением от 50 на 50 до 400 на 400 мм. Но нет возможности регулировки хотя бы угла наклона, как у предыдущей модели. 93% пользователей рекомендуют модель тем, кому нужно повесить телевизор ровно, без необходимости поворотов. Шестую позицию занимает дорогая модель Onkron M7L. Модель состоит из двух площадок, одна из которых закрепляется к стене, вторая – к корпусу телевизора. Между собой они соединены подвижными конструкциями, что создает сверхбольшой вылет от стены. Кронштейн отличается повышенной грузоподъемностью – до 68,2 кг. Подходит для телевизоров с большой диагональю – от 40 до 75 дюймов и с весокреплением – от 100 на 100 до 600 на 400 мм. При монтаже минимальный вылет от стены может составить от 109 до 711 мм. Телевизор закрепляется надежно, несмотря на вылет. Поскольку конструкция кронштейна широкая и выполнен он из качественной стали. Производитель провел тестирование тройной нагрузкой. Модель предусматривает множество вариантов регулировок. Угол наклона от минус 5 до плюс 15 градусов. Поворот в стороны до 180 градусов. Цена – 5600 рублей. Это самый дорогой кронштейн в моем рейтинге. Он подходит для телевизоров больших диагоналей с разнообразным креплением. За счет огромного вылета на нем легко можно повернуть перпендикулярно к стене экран шириной до 1270 мм. Благодаря разнообразию регулировок легко можно расположить телевизор для удобного просмотра из любой точки помещения. 91% пользователей рекомендуют модель к покупке. Следующую позицию занимает Chromax IDL4. Это модель более простого исполнения, рассчитанная на телевизоры диагональю от 22 до 65 дюймов. Она выполнена из прочной стали, способна выдерживать вес до 50 кг. Обладает универсальной системой монтажа, за счет чего подойдет для телевизоров с весокреплением от 50 на 50 до 400 на 400 мм. Позволяет менять угол наклона в пределах 10 градусов. При монтаже можно обеспечить минимальное расстояние до стены до 23 мм. Для удобства предусмотрен маленький водяной уровень. Модель оснащена защитой от падения. Она выражается в дополнительных лапках, с помощью которых телевизор закрепляется на кронштейне, помимо основного крепления.
Цена – 1400 рублей. Это достаточно простая, но надежная модель, выдерживающая большой вес и универсальная по предназначению. Если сравнивать с уже описанными моделями, за исключением премиальной, выделяется большим диапазоном регулировок и наличием дополнительной защиты телевизора от падения. 93% пользователей рекомендуют модель к покупке. На четвертом месте стоит Uncron TM5. Эта модель предназначена для телевизоров диагональю от 32 до 65 дюймов с VES-окреплением от 75 на 75 до 400 на 400 мм. У кронштейна несколько монтажных отверстий, что позволяет надежно его зафиксировать при креплении к поверхностям любого типа. Выполнен он из холоднокатанной стали высочайшего качества, поэтому обладает прочностью и привлекательным видом. Тонкий профиль не заметен за экраном. Регулировать наклон можно в пределах 12 градусов для выбора наиболее комфортного положения. Зазор от стены может составить от 35 до 145 мм. Закрепление панели происходит с помощью удобного механизма защелок на направляющих. То есть ее можно легко снять, не имея под рукой инструмента. А по бокам на кронштейн можно надеть пластиковые декоративные накладки, чтобы придать аккуратный вид конструкции. Выдерживает кронштейн вес до 68,2 кг. Цена – 1700 рублей. Если сравнивать с предыдущей моделью, обладает более тонким профилем, наличием декоративных накладок, немного большим углом наклона при регулировке и удобным механизмом крепления. Но монтируется не настолько близко к стене. 93% пользователей рекомендуют модель к покупке. Тройку лидеров открывает Chromax Atlantis 45. Это модель привлекательного дизайна, который не портит вид стены даже при повороте телевизора. Она имеет удобную конструкцию и крепеж для телевизора диагональю от 22 до 65 дюймов с VES-окреплением от 75 на 75 до 400 на 400 мм. Надежность обеспечена усиленной двуручной конструкцией и двумя параллельными коленами, которые исключают перекос экрана в любом положении. Эта модель обладает широким диапазоном регулировки положения и перемещения телевизора, которые выполняются весьма плавно. Угол наклона регулируется в диапазоне от 5 до 15 градусов, а угол поворота до 160 градусов. Расстояние от стены при монтаже может составить от 45 до 470 мм. Есть специальные пластиковые накладки, которые позволяют скрыть место монтажа к стене. Этому способствует и скрытая система укладки проводов в специальные кабель-каналы. Рассчитана на вес до 45 кг. Цена – 3000 рублей. В сравнении с предыдущей моделью это наклонно-поворотная модель, то есть большим вариантом регулировок для удобного просмотра телевизора из любой точки комнаты. За счет особенностей конструкции выглядит надежно. Выделяется она и наличием декоративной накладки и кабель-канала, поэтому не портит интерьер. 94% пользователей рекомендуют модель. На втором месте Uncron M4. Эта модель рассчитана на телевизоры с плоским или изогнутым экраном диагональю от 32 до 65 дюймов с VES-окреплением, от 100 на 100 до 400 на 400 мм. Кронштейн изготовлен из стали SPCC-класса. Прочная рама и надежная двуручная конструкция позволяют выдерживать вес до 35 кг. В заводских условиях испытания проводятся с нагрузкой в 3 раза больше заявленной. Полностью выдвижное крепление с ультратонким профилем обеспечивает возможность расположения от стены на расстоянии от 55 до 500 мм. Модель может регулироваться в различных положениях. Угол наклона можно менять от минус 5 до плюс 8 градусов. Поворот производится на 180 градусов. За счет большого вылета от стены даже большой экран можно поставить перпендикулярно стене, что позволяет смотреть телевизор из любой точки комнаты. В комплект поставки входят все необходимые монтажные элементы, включая набор болтов M8 на 50 для телевизоров Samsung, которые многие производители не включают в комплектацию. И еще хочется отметить достаточно изящный дизайн, наличие декоративных элементов и встроенный кабель-канал, что позволяет скрыть провода, и монтажные крепления для придания эстетичности. Цена – 2000 рублей. Если сравнивать с предыдущей моделью, не рассчитана на маленькие экраны и выдерживает меньший вес. Но зато есть возможность поворота телевизора в больших диагоналей, перпендикулярно стене из-за большого вылета и надежного исполнения. А за счет декоративных накладок обеспечена эстетика. Если сравнить цену и возможности, модель можно смело рекомендовать к покупке.
И с этим согласны 95% пользователей. И лидером моего топа стал Chromax DX18. Эта модель предназначена для экранов с диагональю от 22 до 55 дюймов и креплением от 100 на 100 до 400 на 400 мм. Двухколенная шарнирная конструкция обеспечивает надежное удержание телевизора большого веса до 40 кг, в том числе при отодвигании от стены. А складная конструкция позволяет отодвинуть телевизор на расстояние от 66 до 605 мм. Есть возможность регулировки угла наклона до 15 градусов и поворота до 90 градусов. Монтажная пластина съемная для удобства закрепления. Если после установки обнаружены неточности при размещении телевизора, есть возможность отрегулировать его положение в пределах 5 градусов, без необходимости демонтажа кронштейна. В нем есть кабель-канал, куда можно уложить провода, а с помощью декоративных накладок легко скрыть все металлические детали, крепежи и провода, и придать законченный вид держателю. Цена – 2500 рублей. Если сравнивать с предыдущей моделью, кронштейн рассчитан на немного другие габариты и вес, и не может поворачиваться полностью перпендикулярно стене. В остальном модель не уступает. Надежная конструкция, больший угол наклона, регулировка положения по горизонтали, а также декоративные элементы. 96% владельцев полностью довольны этой моделью. Мой обзор лучших кронштейнов для телевизоров на 2022 год завершен. Ставьте лайк и поделитесь своим мнением, какой вид конструкции вам кажется надежнее, а какой функциональнее. Пишите комментарии и до встречи в новых видео.